Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кисти Диман, а также Донни, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это битва за коробки в GTA 5. Какой Сиандр. Сегодня, ребята, твоя коробка слева. Сегодня, ребята, у нас все та же ваша уже полюбившаяся рубрика. В общем-то, ребята, напоминаю для новичков, кто не знает, у нас получается 10 раундов здесь есть. И на каждом из раундов у нас есть объекты, по 3 аж целых объекта. Ну, естественно, один из нас будет прятаться, первым это будет делать Донни, он выбирает один из этих объектов, а я должен буду угадать. Если же я не угадал, то тогда Донни присуждаем 1 балл, и в конце нас ждет аж целых 7 испытаний. Донни должен набрать как можно больше баллов, чтобы заспавнить себе то же количество рандомных тачек. Да. Иначе у него будут скутера. В общем-то, братан, давай. Для начала, наверное, я тогда все подключаю. А прямо давай. Сейчас через настроечки. Все, ребята, мы теперь не видим ни Донни, ничего. Где он, что? Все, я спрятался. А сбивать у нас будет вот такой вот трансформер, братан. Ну давай, говори, где ты? Право, лево, центр. Да я из этого огромного шарика право, лево, вообще центр. Ничего не вижу. Не угадал, мимо. Не угадал, а ты где был? Я ты справа был, да, получается? Другого, пока да. Что один балл для Донни, ребята, один балл и что-то трансформер. Блин, а можно ли тут что-то подрубить, трансформер. А? Ой, ема, тут все ничего не видно, просто тонировка пятак. Готов? Да. С обратной стороны самое главное. С обратной стороны. Да, давай, поехали. Погнали, братан. Короче, я даже не знаю, где ты можешь быть. Кустики. Ну давай тоже справа возьмем и... Зараза, Да, угадал, друзья, отлично. Один балл все-таки мы забрали у Донни. Нужно забрать как можно больше баллов, тогда мы будем видеть, как Донни будет страдать на скутере. Ну или он посмотрим. У меня заберет все. Погнали. Так, все, я готов, давай. Окей, ребята, теперь где ты можешь быть? Коробки. Даже не знаю, братан, но мне что-то кажется, что ты справа. А какой тебе больше нравится? Так кажется, что ты справа, но я возьму слева и... Мимо! Ты был по центру! Я да, практически угадал, друзья. Ладно, 2 балла на твой счет, и мы идем дальше. Давай, следующий я готов. Этапчик. Ты уже готов так быстро? Да. Ничего себе ты быстрый. Так, ага. Где какой ты? Тебе больше нравится? Где ты? Тут? Я бегу за тобою. Ты не тут? Распрощавшись с мечтою. Ты тут? Тут? Или вот я тут ты? Я бегу за тобой. Ты был по центру. Я хотел ударить по центру, но, к сожалению, нет. Ладно, 3 балла ты в этот раз заработал. Окей. Уже 3 рандомных тачки на твой счет. Ты готов? Да подожди, мой носок спустя. Давай. Давай, постирай все, носок. Я готов, давай. Да, погнали, братан, погнали. Так, слушай, ну, где бы ты мог быть? Где бы ты мог быть, а? Хороший вопрос. Стрелять, к сожалению, не могу, но я даже не знаю, ребята. Ну давайте вот этот возьмем и... Ага. Напугать решил. Да, конечно, хотел напугать. И я даже не знаю, ребята, ну по центру тогда берем и здесь ты. По центру? Ну ты я здесь добыл, да. Я хотел тебя обмануть, на самом деле я смотрел на центр и просто взял справа. Че по баллам? 3 балла у тебя, да? Да. И следующий раунд. Я готов, давай. Следующий раунд, друзья. Следующий раунд. И давайте просто сходу резко, просто ни о чем не думая, справа бьем. Зараза, да! Угадал. Да, ребята, очередной раз я угадал. Окей. И что ты приготовишь дальше? Давай, поехали. Готов, да? Сразу сходу или все-таки подумать? Или все-таки подумать? Блин. Подумай хорошенько лучше. Центр, лево или же право? Центр, лево. Ну, мне кажется, центр, друзья. А нет? Справа? Я да. Думал справа ударить, но... Ладно. Хорошо, ты сегодня любишь направо ходить. Да. Сегодня любишь направо ходить. Какие мы сегодня правильные. Буду ходить только направо. Какие мы правильные. Ладно. Все, готов. Так, 3 балла пока что у тебя, да? Верно? Ага. Или 4. Вот это сейчас 4 был, правильно. 4 ага. Балла у тебя уже. Где может быть Донни в этот раз? У нас как бы... Братан, вариантов-то немного. Честно говоря, я тебя вижу. Давай, короче, ты перепрячешься, потому что я тебя заметил. А, я понял. Это будет максимально нечестно, да, поэтому лучше перепрячься или как-нибудь спрячься там. Ну давай, сейчас подожди, надо очень тщательно спрятаться, поэтому. Давай. Это было бы, ну, максимально нечестно просто забрать тебя балл. Давай, все, давай. Да, да. Давай сразу сходу, не думая, просто беру по центру. Просто беру по центру и... Я не угадал! Я ты был, здесь был справа, же, короче, да, справа. Я понял, ребята. Ладно, 5 баллов у Донни, 5 баллов. И у нас остается 2 раунда последних. Просто так. 2 раунда. Ну что же, ты готов?
Подождите, надо просто объект потом будущем поменять. Подождите, да? Не, на самом деле, ребята, мы снимаем просто две рубрики подряд, так как я уезжаю, поэтому я все ваши комментарии обязательно прочитаю. Вот, объекты мы поменяем, все будет интересненько, но вы... Как стать даже не... Обязательно ставьте 5000 лайков на эту серию, тогда мы снимем что-то подобное вновь, а мы едем. А мы едем, брат. Соседи село, а мы едем. На дискотеку. А мы едем, едем, едем. Я даже не знаю, где ты. Ну давай возьмем справа и... Я не угадал. Ты был по центру? Да. 6 баллов уже заработал Дони. Ребята, 6 баллов. Чё-то как-то мне это не нравится. Все будет на 7 испытаний. Это последний раунд. Короче, я буду не думать. Я просто буду не думать. Справа беру. Да почему ты был слева? А потому что сначала я заманил тебя на правую часть, а потом в конце перестроился. Я понял, ладно, я понял, ребята. Ладно, у Дони 7 баллов, в этот раз ему будут на выбор все тачки, а мы идем в первый, так сказать, в первые наши объекты. И, братан, честно говоря, я спрятался. Уже готов? Просто до сходу, быстро, резко. Спрятался. Не угадал. Понял. Один балл у меня. Один балл у меня. Я на самом деле просто упал и все. Остался в этом же мячике. Да, готов. Погнали, брат. Погнали, брат. Серьезно. Так просто 2 балла уже у меня. Тебе надо думать, брат. Тебе надо думать. Иначе ты так все 10 раундов мне отдашь. Готов? Нет, подожди. Я не встал. Надо встать так, чтобы ты меня не видел. Вроде как не видно. Да, давай, готов. Я готов, брат. Холодильник. 2 балла уже у меня. 2 балла уже у меня. Это я говорю тебе, что... 3 балла будет у меня. Да, 3 балла. Я был справа, ребята. Слушай, пока ни один ты объект не угадал. Это не может не радовать меня. Ну да, да, да. Так, я спрятался. Все. Готов, да? Да, я готов. Давай. Ну же. Красавчик-то какой, я был по центру. Это сколько уже, 4 балла у меня? 4, да. Офигеть, просто 4 балла, ребята, сразу сходу. Знаете что, давайте мы немного подумаем, где может сейчас ударить Дони. Ну давайте вот, я не знаю, вот сюда мы спрячемся. Давай, короче, я готов. Спрячься туда, куда я как раз таки ударю. Нет, брат. Да ладно! Да ладно! Все-таки угадал. Пока что 4-7, но у меня больше шансов заработать больше баллов. Ладно, братан, ну снова, короче, мы входим в это бревно. Входишь в это... Да, братанчик. Так, ну, а что не сбил-то? А что, надо? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Сюда, нет? Я куда даже ты? Не знаю, брат. Я даже куда? Не знаю. Куда ты? Куда ты хочешь? Да, 4, все так и остается. Ты угадал на этот раз, ты угадал. Мне кажется, надо объекты потом в следующий раз менять. Что-то как-то... Ну, они, да, не маленькие, 100%. Они маленькие слишком. Они прозрачные, самое Давай, главное. Короче, готов, погнали. Готов уже, да? Поехали? Да, давай. Все просто, братан. Так, мы врываемся. Все просто. И что ты выберешь на этот раз? Давай сходу, просто бей. Да я пошутил же! Я пошутил же! Я пошутил! Опять 4 балла, остается у нас еще 3 раунда. То есть мне сейчас надо угадать просто максимально. И... такие объекты прямо, ну, максимально странные. Так, а если мы немного вот так вот повернемся? Максимально странно, но пробуем прятаться. И, короче, братан... Я даже не знаю, подожди, потому что, ну, вроде как меня не... Нет, меня видно. Меня видно. Так, подождите-ка, мы вот так вот спрячемся с этой стороны. Блин. Слушай, давай так, короче, я просто сейчас зафрижу себя и спрячу так, чтобы меня не было видно, да? А ты, если вдруг ударишься, давай, то давай, я давай, тебе давай. Скажу об этом. Там чисто было так, ну, по чесноку. Так, давайте готов? Мы... Нет. Вот. О, да, готов. Окей, поехали. Я готов, братан, давай. Пробуй. Пробуй. Да в смысле? Че, угадал? Ты угадал! Да ну! Да ты угадал! Да ты офигел! А ты здесь не был ни разу, я думал. Ну все, ты не был в этой стороне еще ни разу, поэтому поехали. Я понял. Нет, предпоследний. Готов? Нет, подожди. Да, готов. Окей, так, все, стартую. Давай, братан. Ты издеваешься? Че, угадал? Да. Да ну. Да ладно. Еру, хорошо. Ты посмотришь случаем, а? Я могу тебе запись включить. Ладно, готов. Все, поехали. Да, давай. Я готов, брат.
Ну, вот раз ты точно не угадаешь мне. Да пошел ты нахер, ты три раза подряд угадал. А ты понимаешь, что четыре в этот раз у меня, а семь у тебя, мы поменялись. Ну, ладно. Даже больше, у тебя было четыре по самому началу ты заработал балла. А потом все ты угадал. Ё-моё. Да. Хорошо. Мунлай. Так, спальник. Ой, хорошо. Ну, слышишь, это одна машина, братан. Отлично. Все, я запомнил свои тачки, в принципе, я доволен. У тебя что? Первая есть. Первая фигня, вторая. Фигня? Считается? Да, считается, ну, кроме... Считается? Нет, вертолет не считается. Не считается байки, короче, ну, двухколесные и летающие хрени. Ничего. Ничего. Байк не считается. Ну, летающий. Ну, не считается. Зараза, ладно. Не считается. А ты достал, давай что-нибудь из тачек уже нам. Да, удали байк мой. Ладно, хорошо, сейчас удалю. Так, третий, да, господи, опять байк. Так, три, ладно, три есть. У меня две одинаковые машины просто с разной. А, да, кстати, получается разная подвеска. Четыре. Ну, мне нравится все, брат. Давай дальше так же. Зенва, это как минимум балл. Шесть. Это тоже балл. Семь. Я понимаю. Я понимаю, ребята, ладно. Давай тогда пройдем сразу дерби, сходу резко, и я заработаю первые баллы. Ну, давай. Итак, ребята, мы готовы. Ну, как бы, братан, что сказать? Поехали. А ты первый коснулся. Хорош. Пуфер. Поехали. Погнали. Я просто решил по-быстрому, знаешь, не затягивать, потому что тут и так все понятно. Окей. Да не, это, 1-1. В принципе, предсказуемо. Но давай, то, погнали. Было. Но не смешно. Нормально. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я засейвился, засейвился. Да, ребята, 1-0 по баллам, а мы отправляемся дальше. Итак, друзья, мы готовы. Следующее испытание Drag Racing. Здесь как бы Макларен против... Это что вообще такое? BMW? BMW? Да. Ну, она быстрая вроде как. Раз, два, три, погнали. Ну, брат, Макларен, на Макларен! Тебе Макларен! Не Макларен, братан, тебе Аполло. А, Аполло. Из-за того, что ты назвал его Макларен, он не поехал. Аполло! Аполло! А что такое? Что такое? Бомбина, сори, 290. А я, блин, я не знаю, я попутал. А, действительно, это Аполло С. Блин, ребята, 1-1 по баллам. Просто слил тачку, хотя мог, я не знаю, где-нибудь в хорошем испытании. Ну, да. Ладно, ребята, пока что ничья, мы идем дальше. Что, братан, я готов. А ты хорош. Я готов. Я люблю с собой любоваться. Зеркало, зеркальце, скажи, на всю правду должны выиграли ли я сегодня? Зеркало такое, тут чё, блин? Давай, 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 меня ветряк ударил, и я в итоге... Я не туши, не туши, не туши, я мог. Я мог, если бы ты не встал на колеса. Ну да, не развернулся как надо. Ладно, ребята, 2-1 в пользу Дони, а мы идем дальше. Пацан поднялся, у меня теперь скутер в разы лучше нашего года. А что, с нитро, без? У тебя есть нитро? Без. Давай без нитро, окей. Так, ну, братан, я еду 300, 400, 500. Да, 800. Да ладно, 240 только. 250. Ну так-то нормально скорость. А у тебя что? 270. 260 еду. 290. Гладить бы, но не может того. Да, он да, вообще на файве нет глайда. Да-да. Ну, на глади бы я бы тебя выиграл. 260, брат. Повезет, если ты врежешься. Может, во что-нибудь, погнали. Только если в тебя, братан. А я... О, хороший рикошет, я поехал. Вот, поехал. А ты дальше, ты у дантиста, да, получается? Прикольненько. Да. Давайте мы сразу включим, ребята, блипсы. А, вот, и да, это твой балл. 3-1, а мы отправляемся дальше. Итак, народ, следующее испытание — это смертельные шашки. Сделал я соответствующий автомобиль Mercedes. Надеюсь, он мне поможет. Раз, два, три, погнали. Ну, надейся. Ну, главное верить еще. Главное, да, главное верить в себя. Главное любить эту тачку. И появится Игнат. Появится Игнат? Что? Ну, Вера, Надежда, Игнат. А, понял. Думаю, что? Главное верить, любить, и появится Игнат. Ай, такое, брат. Ну, сколько идешь? Когда уже заранее знаешь, как называешь своего сына. Своего сына? Точно не Игнат. Без какого-либо. Извини, Игнат, если ты меня смотришь. Нормальное имя, Игнат, ты чё? Ну, не знаю, у каждого свои желания. Ты где вообще? Ты на развороте уже?
Я уже развернул. Я понял, ребята. Ну, короче, давай, лоп-лоп. А, тебя просто на радаре нет. А, на радаре не видел. Вообще, да. Ладно, ребята, очередной балл для Дони. Даже не вижу смысла ехать дальше. Тут и так все понятно. Тачки, к сожалению, рандом мне не дал хорошие. Ну, а мы отправляемся на следующее испытание. Так, ребята, мы готовы. Предпоследнее наше испытание — это съезд горячий лед. Как думаешь, поможет ли мне моя каска? Нет. Раз, три, погнали. Каска? Каска. Каска тебе точно не поможет, брат. Не страховой случай, как да, говорится. Да, 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 да. Так, но 110 еду, братан, 110. Не надо меня дергать. Дергать себя, ну, не да, толкать. А что у тебя с тачкой, что она у тебя стоит на колеса прям резко? Ну, я, в смысле, я кручу. Я понял. Я понял, ребят, но еще не все потеряно. Просто давайте справа, справа обходим, обходим. 130 с горы Чили. Где вы такое видели, сосна? Ля, если бы сейчас это было бы топчик. О, ты врезался? Нет, тебе показалось. Ты в камнях. Я первый! А байк-то не финишировал, байк-то мимо пролетел. Смотри, дальше. Байк не пролетел. Он перелетел тебя, он перелетел, все, так я был дальше. Да я что, не знаю, не финишировал, мимо улетел вообще в сторону куда-то. Ой, ладно, ребята, я даже не знаю, как бы ничья попахивает. Попахивает, когда ты пытаешься меня обмануть. Ладно, ребята, короче, пофиг, отдаем тебе балл, потому что он уже в любом случае мне никак не поможет, и отправимся на последнее наше испытание. Давай. Последнее испытание — это как бы спуск. А, и Сильверадо, я забыл о нем. Ага. Я забыл о нем. Ну, короче, пацаны, если я выиграю Сильверадо, значит я выиграл в этой рубрике. Ага, нихера ты захотел, конечно. Нет-то? Ну, а да что нет-то? Нет, а то и нет. Братан, ну против Сильверадо здесь, на Кеннисе. Ну, а еще? Тоже внедорожник так-то. Если ты был бы на скутере, я бы еще бы понял предъяву, а так на... Я на скутере тебя в предыдущий раз выиграл почти. Тормози, 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 тормози. А, захотел. Братан? Уйди, я тебя седлал. Ты меня седлал? Немного ли ты хочешь? Давай. Хочу я не очень много. Давай, давай, тормози, 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 да ты задолбал. Да ты задолбал, хер это вообще впереди меня, не понимаю. Давай в камни, в камни, в камни, в камни. Да. Чё тебя так не любит-то эта гора? Тебя что так жизнь не любит, братиман? Меня все любит. Все любит? Да. Даже Юрка? Нет, спасибо. Но! Спаси и сохрани от Юрки. Да ё-моё! Мне кажется, тапку давишь, у меня такой звук. Не-не-не-не-не-не. В смысле, не-не, ты там тапку давишь, алё? Я тебе отвечаю, не нажимаю. Она сама разгоняется. Нормально ты так-то разгонялся? На 90 разогнала. А ты встал? Нет, я еду еще. Тапку давишь? Вставать. Да, тапку давлю. В прямом смысле. Куда ты поехал так? Это хрень так не едет, алло. Да ты ж меня толкал всю дорогу, все, я встал. А ты где? Я еще еду здесь вот снизу. Куда ты едешь? Эта хрень так далеко не едет. Вообще не едет, да-да-да-да, расскажи. Да-да-да-да-да. Не, ну я держался хорошо. Когда пытаешься успокоить себя. Да-да-да-да-да. Ну ладно, ребята, я думаю, тут и так понятно, да, не повезло с тачками. Спасибо всем огромное за просмотр, надеюсь, что рубрика вам понравилась. Опять же, мы снимаем вторую серию подряд, поэтому если вы посмотрели первую серию и предложили какие-то варианты, то мы их обязательно уже в следующей вычитаем, прочитаем, добавим, изменим, что-нибудь доработаем. Если что-то еще придумали, опять же таки пишите в комментариях. А также, ребят, давайте наберем 5000 лайков. А с вами был Диман и Дони, всем удачки, всем пока! Пока!